По данным синоптиков, в ближайшие дни в Челябинске ожидается повышение температуры воздуха. Подробнее прямо сейчас. На Южном Урале малооблачно, местами дожди. О температуре в городах. В Садке, Златоусте и Верхнем Уфале плюс 12. В Магнитогорске и Южноуральске плюс 15. В Троицке и Карталах плюс 16. Температура воздуха в Челябинске в ночные часы. В пятницу и субботу плюс 10, в воскресенье плюс 11. А в дневные часы в пятницу и субботу плюс 17, в воскресенье плюс 21. На этом все. Я желаю вам хорошего настроения. До встречи на 31-м.